Ну что, всем доброе утро. Я вот накрыла завтрак по-быстрому, по-скорому. Сварила манную кашу сегодня, что-то нам так манки захотелось. И творог сделала. Еще у нас гранд-десерт стоит, все надо его доесть. В общем, и главный гвоздь программы. Это на нашем столе утренним пахлава. Турецкая пахлава. В общем, всем, кто в теме, все, кто в теме, понимают вообще, почему я так радуюсь, потому что это нереально вкусно. А откуда она у нас взялась? Моя подруга вчера прилетела из Турции, она летала в Анталию, я еще не проснулась. Что-то говорю вообще как-то не по-правильному. Сейчас расскажу, почему не проснулась еще. Летала она в Анталию в свой типа а-ля мини-отпуск. У нас до 11 января были у всех каникулы в России, поэтому она решила использовать это время с пользой и полететь к морю. И я ее очень прям так поддержала в этом, потому что я бы сама не против слетать в тепло, к морю. И вот она привезла нам оттуда вкусняшки всякие. Сейчас покажу еще корзинку со всякими мелочными вкусняшками, мелочевкой. Говорю, я вообще чувствую. И подарочки потом покажу, которые она купила дочь, оттуда привезла. Вообще такая молодец. Шла в детский магазин еще, успела. Вот. Сейчас покажу сначала о хорошем. Сначала показываю вот изобилие всего, что она купила. Всякие такие вот конфеты турецкие, тафита. Виктория со Стамбула, наверное, узнает свои сладости местные. Чаек вот такой вот привезла. Потом шоколадку вкусную с фисташкой. Коля обожает просто фисташки, поэтому она, видимо, уже знает это все дело. Юлькер — наша любимая жвачка. Причем мы всегда закупаемся в Турции, когда бываем. Ну, это кофе, это шоколадка какая-то, да, такая вот петиту. А здесь, так, это показала, это сахар, походу, она. А сахар у нас прикол с отелей, привозителей с самолетов, где мы бываем, в каких странах, в каких городах. Это наш такой местный прикол с ней. Тоже ничего, кофе. Половина. Да, да, я помню сейчас. Ну и сырочек. Вот такие вот сырки от фирмы Пинар. Я обожаю вот этот сыр, он вкусный. Вот этот я не помню, по-моему, не пробовали такое. Будем тоже пробовать. В общем, вот такие вот маленькие сырочки. Так что спасибо ей огромнейшее. Всем скажи и от меня доброе утро. Пяточки передает вам тоже. Приветик. Ну так вот, возвращаясь к нашей неприятной теме, которая еще у нас случилась. У нас сегодня рано утром было землетрясение. У нас опять случилось землетрясение, как в прошлый раз, в 5:35. Ну там, по минутам, может, там было, не помню во сколько, но в 5 чем-то тоже предыдущий раз. И в этот раз нас трясло просто нереально. Это было настолько сильно и долго, что, ну, мы давно такого не ощущали. То есть перед этим у нас было землетрясение где-то 5 баллов, а сегодня у нас было 6 и 7. Ну, поначалу передавали 6 и 8. А сейчас я смотрю, данные все-таки устоялись, 6,7 баллов. Эпицентр у нас в Монголии находился, там какое-то озеро. Много-много-много раз трясло в этом озере. И один раз Коля посмотрел в горах. Слушайте, ну это какой-то просто трэш, потому что я проснулась от толчков, что я сплю, просто вот так вот меня шатает. И я почувствовала, как это только набирает силу. И вот это чувство уже становится настолько близким, вообще знакомым, потому что уже очень много раз это было у нас. И эти землетрясения, они входят в какой-то план вообще жизненный. Иркутяны, вообще Сибири, наверное, потому что у нас до Железногорска и Лимского аж дошло, до Красноярского края дошло это землетрясение. Может быть, там, я не знаю, кто смотрит нас, отпишитесь, у вас было землетрясение, если вы живете где-то вокруг или рядом, или, может, чуть дальше. Но мне вообще это уже не нравится, и у нас страх в чем? У нас сильно шатается стеллаж. Я Колю разбудила, он говорит, я бы, наверное, вообще спал, потому что я так сладко усну, крепенько, а я его бужу, и он говорит, я понимаю, что это вроде как ты меня, ну, как бы будешь, что-то там меня вот так вот делаешь по руке. Я, говорит, проснулся, все, смотрю, вроде ты, ну, больше мне так не делаешь, а меня все еще галашматит. Я потом понял, говорит, что землетрясение. Дочь спала, Варя не спала, Варя сразу подскочила под кроватку к дочке, к нам к дивану подошла. А Коля пошел держать стеллаж, и наша задача сегодня разгрузить верхние полки стеллажа. Мы уже очень давно это хотим сделать, чтобы его не болтало вот так вот сильно. У нас наверху тяжелые книги стоят, и там коробка с бокалами у меня лежит, и игры наши настольные. Короче, надо это все дело вниз переложить, поменять местами, потому что, я говорю, когда-нибудь, блин, не дай бог, он завалится. Это будет просто трэш, это будет такой грохот, что... Ну, нам нельзя просто этого допустить. У нас спит Авелина рядом. Стеллаж, конечно, не... Если будет падать вот так на нас, на диван, то он на ее кроватку, он ее не заденет. Но все равно все с него может повалиться по сторонам. И это не есть хорошо. Ой, вообще, конечно. У нас зачастило землетрясение, если честно, уже так надоело. Потому что с каждым разом толчки становятся все сильнее и сильнее. И длиннее, дольше. Сегодня, например, толчки были вообще где-то минуту. Вот если там секунд 10 у тебя бывает, да, там неприятно так, то здесь где-то минута была. И потом, оказывается, когда мы легли спать дальше, а я, к слову, легла спать только где-то в 8 часу, а уснула, наверное, только в 8, то, ну, до 6 мы просидели вот с такими глазами, потом в 6:05, по-моему, еще было землетрясение, получается, опять все шаталось, и потом уже Коля говорит, давай спать, надо спать, я легла, я только в 8, наверное, уснула. И что вы думаете? Мы проснулись в 9, в 10. И Коля зашел в приложение, да, он уже скачал себе приложение, чтобы просто наблюдать, что где происходит. И все это время, пока мы спали, у нас было землетрясение. У нас было по 5 баллов, по 4,2, по 4,5, по 5,2, вот так вот. То есть они были меньше, то есть они были как в предыдущие разы. Но я уже ничего не чувствовала. Это представляете, насколько мы привыкли к землетрясению, что мы уже спим под него? Короче, вот такие вот у нас дела. В общем, напишите, у вас бывают землетрясения, где вы живете? Кстати, мы смотрели предложение, одновременно с нами было землетрясение в США, в Неваде, штат Невада, в Турции, по-моему, на западе Турции где-то. Ну, незначительные такие. Еще где-то. Хорватию вообще трясет там чуть ли не каждую минуту. Коля посмотрел, говорит, вся история в этой Хорватии. 2 недели подряд просто. 2 недели колошматит Хорватию, я не знаю, бедные люди. Да, доченька, пойдем. И я слышала, что у них там было сильное землетрясение, так вот оно продолжается уже мелкими толчками, но бедные, конечно, люди. Ну что, мы решили разобрать наконец-то стеллаж, убрать все, что тяжелое, вниз, поменять местами. Короче, сейчас будем заниматься, чтобы не свалилось это уже на нас. А то страхово становится. Убрались, освободили, здесь все легкое оставили. Вот здесь вот такое среднее, вот здесь вот пошел загруз полный. Вот этих вот нижних двух, здесь, соответственно, уже все легко, готово. И в этом пакете собрала все ненужное. Здесь у меня книжки всякие, словари ненужные, дипломы, которые мне уже не пригождаются, на таких деревянных планшетках. Раньше немало дипломов таких вот получала за активности в городе и везде. Соответственно, вот маме собрала на дачу. Ну да, диплом, конечно, не на растопку, а в смысле домой, я не знаю, может там на даче куда-нибудь. Ну, если мама не найдет места, тогда не знаю. У меня некуда их просто класть, я уже готова их, не знаю, готова их выбросить, что ли. Ну, будем сейчас обедать и уже на дневной сон ложиться, у нас как раз время. Поняли, из куриного фарша у меня получились котлетки, и на них я организовала помидорки и сыр. Все это дело у меня готовится сейчас под крышкой, а здесь уже картошечка готова. Здесь просто котлетки остались, вот еще немножко помидорок, и вот можно это все дело как бы доделать. Не знаю, наверное, я оставлю просто. Хотя, что помидорки будут оставаться? И у меня сыр тертый. Прям готовый стала брать, и, знаете, мне стало нравиться. Я беру вот такой в Окее, то, что надо. Самый простой сыр тильзитер, он очень вкусный, он классно плавится, смотрите, как красиво. Вот, и не надо стоять тереть, как бы это очень быстро и удобно. В общем, не буду, наверное, уже показывать, что получится. В принципе, будем кушать картошку и вот такое вот, типа а-ля ленивое мясо по-французски. Мы уже искупали доченьку, на самом деле прошло много времени, что-то я ничего даже не снимала. Уже готовимся все ко сну. Ну, сейчас только поужинаем с Колей быстренько. Хотела с вами поделиться, у меня уже начинается шиза. Короче, сейчас лежим на диване с дочей. И я... Что-то сегодня, кстати, весь день заикаюсь. Что попало говорю, у меня язык заплетается. В общем, лежим. И у меня четкое ощущение, что сейчас трясет нас, землетрясение. У меня, кстати, часто бывает такое на диване, что вот так вот, как бы что-то меня шатает. Коля стоит, я ему говорю: Коля, землетрясение. Он такой: да вроде нет. А он стоит как бы рядом на ковре, не сидит, а стоит. Я такая: ну ладно, лежим дальше. Опять через несколько секунд толчки как будто бы. Я говорю: Коля, опять. Он смотрит на рыбу, у них там тоже какая-то происходит движуха. Он говорит: слушай, ну вроде елка не шатается, вроде все на месте, но у рыб движуха. Я говорю: ну вот, наверное. Зашли в приложение, посмотрели, ничего нету. Я говорю: все, у меня началась шиза. Я боюсь сейчас ложиться спать, потому что полная тишина, темнота. У меня теперь ассоциируется с тем, что у нас будет трястись стеллаж, как это обычно происходит. У меня уже это просто, не знаю, у меня это вот тут уже сидит. И что с этим делать? Я говорю: Коля, сегодня по-любому будет землетрясение ночью. Потому что у нас в течение дня... Ты не считал сколько? Да что-то список там выкатывали, штук 12 или 13. Где-то 12, около 15 толчков сегодня было днем. Таких... И у нас... последовательных, то есть после уже землетрясения крупного. Да, а ты здоровался сегодня? Нет, наверное, не здоровался. Еще всем привет. Кстати, я еще сегодня прочитал информацию по поводу такого же землетрясения 12 января, только 1826 года. 62-го и 85-го. Да. Угу. И там, короче, его прозвали цыганским землетрясением, это землетрясение на Байкале, где какое-то даже село ушло чисто под воду. там табун коней. Надеюсь, мы не уйдем под воду. Погибло что-то 3 человека, и 1800, что ли, пострадало. Это в те еще года. Да. И тоже оно длительное было, длилось 2 или 3 дня землетрясений. Вот так. Спасибо, информация к размышлениям мне на ночь. Ну, сегодня... Что-то мне было не скучно. Ну, это Монголия, это с другой стороны, это было на Байкале. Ну да, это была Монголия, но она все равно рядом с нами. Разлом один и тот же, и Иркутск — это ближайшая такая довольно крупная точка к этому разлому. Крупная точка по населению. По населению, да. Ладно, я буду надеяться, что все будет хорошо. Да, я надеюсь тоже. А нет, что так... нас не завалит. А нет, так пойдем машину жить. Я за. Маме пишу, говорю, ты чувствовала? Мама говорит, нет, я спала. Вот просто везет, она никогда не чувствует землетрясения, никогда. Я тоже, наверное, не почувствовала. В Саянске, вот когда мы... Да почувствовал бы. В Саянске, когда мы ночевали, я вот лежу такая и думаю, вот если сейчас землетрясение, по-любому я не почувствую. А почему? Все потому, что там дом стоит на воздушной подушке. Строители были знакомы с нашим соседом, царство ему небесное, он очень давно умер. И он нам рассказывал, когда мы туда заехали, что наш дом практически никогда не чувствует землетрясений, все будет с ним хорошо, и жители очень редко чувствуют какие-то толчки. Я бы хотела жить в таком доме. Я у мамы спрашиваю уже там про 4-е землетрясение, я говорю, ты чувствовала? Она говорит, нет. А что за воздушная подушка? Ну как-то там дом строили, он рассказывал, я понятия не имею, что это такое. Ну короче, я не знаю, у меня какая-то шиза, я прям... Ладно, давайте мы с вами лучше приготовим нам перекусики. Сейчас пойдем уже скоро. Бай-бай. В общем, это наш ужин. Картошечка. Вот то, что я готовила. Вот тут еще немножко осталось. Вот. И с новых кружечек наливаю чай. Будем пить чаечек. Я буду пить зеленый чай. Коль, ты будешь какой чай? Коля, ты будешь зеленый со мной? Да. Опа! Смотри, какой. Прям с полочки. Ай, блин, как горячо-то. Прям с полочки и прям туда. Все, завариваю чаек, получаются сердечки. И всем, кто кушает, тоже приятного аппетита. У нас, кстати, все еще стоит елочка. Мы ее уже будем убирать на днях. Вот. Так что давайте, наверное, сразу на фоне елочки попрощаюсь с вами. Пожелаю вам всем спокойной ночи, вам спокойных ночей без землетрясения. Я знаю, что во многих вообще городах понятия не имеют, что это такое. А некоторые, наоборот, живут постоянно с ним, как мы, так постоянно ощущаем эти толчки. Так это вообще какой-то ужас в последнее время. Да. Спасибо, доченька. Хотя спала всю ночь сама. Да, молодец, она спокойна. У нас Варька испугалась, пришла к нам только. Ладно, будем надеяться, что эту ночь мы переживем без толчков, иначе это уже просто перебор. Все, всем спокойной ночи. Пока-пока.